Югорчан предупреждает об изменениях требований к сроку размещения результатов ПЦР-тестов по возвращении из заграничной поездки. Так, сведения о лабораторном исследовании на коронавирус, о перенесенном заболевании или вакцинации обязательно надо указать на едином портале госуслуг в течение 4 календарных дней после прибытия на территорию нашей страны. Гражданину необходимо заполнить соответствующую форму. Как отмечается на сайте правительства Югры, поправки внесены в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19.